Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. С вами Елена. Я рада приветствовать вас на своем канале «Все для женщин». Дорогие мои девочки, у меня сегодня опять информация для вас. Пусть мальчики на меня не обижаются. Возможно, и мальчикам также эта информация пригодится, потому что у всех имеются любимые женщины, девушки. Возможно, мальчики также останутся и посмотрят это видео до конца. Девчоночки, сегодня я хочу вам предложить замечательное средство омоложения, приготовленное своими руками из копеечных продуктов. Когда я попробовала это средство, а попробовала я его первый раз 2 недели тому назад, нанесла это средство на лицо, и утром, когда я проснулась, подошла к зеркалу, я просто ахнула от увиденного. Я до того была ошарашена, до того я не могла поверить своим глазам результатам, которые я увидела в зеркале, что, знаете, я, наверное, 5 минут точно была в ступоре. И знаете, мои хорошие, я была просто поражена, что это средство, оно совершенно дешевое, но какой от него результат, какой от него эффект. О чем же я говорю, девочки мои любимые? А говорю я о домашнем приготовлении крема с йодом. Этот крем разглаживает даже самые глубокие морщины. Он подтягивает нашу кожу. Он имеет потрясающий эффект омоложения. Этот эффект вы увидите уже в самое ближайшее время. Даже вот как я использовала этот крем первый раз и сразу же заметила результат. Заметила, что я говорю, была в ступоре. И сегодня я предлагаю вам приготовить вместе со мной этот замечательный крем в домашних условиях. Все хотят быть красивыми и ухаживать надо за собой с молоду. А в нашем возрасте, возраста плюс, это так нам сам Бог велел, применять все подручные, народные средства для омоложения. Не у каждой женщины имеется возможность сходить в дорогостоящий салон. Да и зачем туда ходить, если можно приготовить дома самостоятельно это чудо-продукт для омоложения. Это средство. Когда вы первый раз его попробуете, то вы помянете мои слова. Вы забудете о покупных кремах, потому что этот крем заменит вам все самые дорогостоящие крема. Я использовала раньше для своей кожи такой, значит, крем, как черный жемчуг, чистая линия у меня, мне очень тоже нравится. Сейчас они, эти баночки у меня просто-напросто стоят мертвым грузом на полке. Я только использую этот крем, этот чудо-крем. И сейчас мы его с вами приготовим. Если вы не против, оставайтесь, смотрите, повторяйте и пользуйтесь, применяйте этот крем. Результат вас порадует уже с первого раза. Итак, мои хорошие, сегодня мы приготовим с вами очень эффективный крем с йодом, который разглаживает даже самые глубокие морщины. Это просто удивительный эффект, и вы сможете в этом убедиться сами. Ну а сейчас я вам расскажу, что нам с вами для этого понадобится. Ну, во-первых, мы с вами возьмем мед, мы с вами возьмем вазелин, мы с вами возьмем йод и касторовое масло. Также нам с вами нужна будет баночка, вот чистая баночка, из-под любого вашего крема. У вас имеются дома пустые баночки, вот берите любую. Мы будем хранить в этой баночке наш чудо-крем. Ну а сейчас, значит, приступаем к приготовлению. Берем йод и берем стеклянную мисочку. В стеклянную мисочку я добавлю 2 капельки йода. Итак, значит, мы с вами добавим в мисочку стеклянную 2 капельки йода. Больше не надо. 2 капельки будет достаточно. Далее добавляем 1 чайную ложку вазелина.
Вазелин вы можете купить в аптеке. Вот так будет тоже достаточно. Добавляем. Так, вазелин добавили. Добавляем 1 столовую ложку жидкого меда, натурального меда. И 1 столовую ложку касторового масла. Вот так. И все хорошенько перемешиваем до однородной массы. Посмотрите, какая у нас получается кремообразная масса. Это натуральное средство разглаживает даже самые глубокие морщины в короткие сроки. Уже после первого дня применения этого крема вы увидите результаты. Вы просто обалдеете. Я утром, когда подошла к зеркалу, я обалдела, честное слово. Вот так. Посмотрите, какая у нас получается масса. Такая желейная, желеобразная масса. Вот такой у нас с вами крем получился. Ну а сейчас мы этот крем отправляем в баночку из-под крема. Можете сделать двойную порцию, если посчитаете, что вам этого будет мало. Хранить этот крем надо в темном, прохладном месте. Вот столько у меня крема получилось. Полбаночки. Закрываете крышечкой и убираете в прохладное темное место. Применение этого чудо-крема. Наносим омолаживающий крем тонким слоем на хорошо очищенное лицо. Перед нанесением его необходимо перемешать. Можно также усилить эффект, слегка помассировав кожу. Этот крем можно использовать и в качестве маски. Наносить на лицо плотным слоем и держать от 15 минут до 1 часа. Этот крем сделает вашу кожу более эластичной, напитает ее полезными элементами, уберет стянутость и шелушение, отлично подтянет контур, и ваше лицо приобретет былую молодость. Кроме того, крем отлично отбеливает кожу. Этот чудо-омолаживающий крем поможет оставаться вам всегда молодой не только душой, но и телом. Помимо своего волшебного омолаживающего средства, его еще, в отличие от других кремов, приготовленных в домашних условиях, можно использовать и хранить после приготовления на протяжении 1 месяца. Дорогие мои девочки, я желаю вам красоты, молодости и здоровья. Попробуйте этот чудо-крем, и ваша кожа скажет вам спасибо. Оставайтесь всегда молодыми и красивыми. Дорогие друзья, сегодня я поделилась с вами замечательным рецептом, омолаживающим кремом с йодом, который разгладит даже самые глубокие морщины в короткие сроки. Если вам понравился рецепт, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Включите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. Всем пока-пока, скоро вновь увидимся. С вами была Елена. Не забываем заходить в гости на мой второй канал «Домашняя кухня СССР». Всем буду очень рада. Всем спасибо за внимание. Жду ваших отзывов, комментариев, пожеланий. Всем большое спасибо. Пока-пока.